Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в одно из самых красивых мест нашей области, известное на всю страну. Добро пожаловать в национальный парк «Самарская Лука». А каждый год здесь же, в селе Ширяево, проходит праздник «Жигулевская вишня». Попробуем его на вкус! Самарская Лука – это 155 тысяч гектаров девственной природы. Здесь Волга делает большую дугу, обращенную на восток, и сворачивает на юго-запад. Вековые Жигулевские горы устремляются к лазурному небу на сотни километров ввысь, а у их подножья находится старейшее село Ширяево. С этими местами связаны десятки мифов и легенд. Самарская Лука могла быть уничтожена людьми, но именно люди и решили ее сохранить, дав возможность всему миру наслаждаться безумной красоты природой. Приветствовать не вас глядя. Сегодня на этом празднике, празднике «Жигулевская вишня». Желаем вам всем гору эмоций, прекрасного настроения, ну и, конечно же, вкусного вишневого пирога. Гармонь поет, да всех на улицу зовет. Я вижу милую свою, как по тропиночке идет. А по деревне раздаются голоса, а первый парень на гармошке вытворяет чудеса. Праздник начинается на причале. Заслушавшись народными песнями, я понимаю, что уже нахожусь среди толпы, хотя пару минут назад вокруг практически никого не было. Каждые 10 минут прибывают корабли с туристами. Попробовать вишневый пирог или хотя бы попытаться это сделать съезжаются тысячи человек. На въезде в Ширяево автомобильная пробка, как в час пик в городе, но поставить машину есть где. Организаторы предусмотрели место для стоянки. Следующая пробка уже из людей на входе на фестивальную поляну. Жигулевская вишня – это еще и праздник гастрономический. Первое, куда попадаешь, это бесконечные торговые ряды, чего здесь только нет. Но главное, что почти в каждой торговой точке местные жители угощают той самой бещевской вишней. Уникальный сорт вишни вывел счетовод, бухгалтер, управляющий местных известняковых заводов и страстный селекционер-любитель Алексей Бещев. Произошло это в конце 30-х годов 20 века. Ягоду с оригинально кисло-сладким вкусом назвали в честь автора – Бещевской. К слову, именно эта вишня, кроме Ширяева, больше нигде не приживается. Произрастает она исключительно на известняковой почве. Невысокая, с крупными и очень вкусными ягодами вишня быстро стала очень популярной у садоводов-любителей и завоевала признание авторитетных ученых. У нее, к слову, есть еще одна замечательная особенность. Обычно ягода вызревает в июне-июле, а это к осени. Собирать в этих краях вишню практически до сентября – обычное дело. Причем до сих пор ученые не могут разгадать механизм селекционной работы Бещева. Да, жарим вишню. Тоже маленький секрет. Небольшое количество сахара и долго-долго на сковородке делается. Не буду рассказывать все секреты. Получается густое-густое такое варенье, как пастила, без косточек делаем. Есть просто вот на костре делаем тоже. Запахом дыма. Берешь потом в конце и полено вишневое немножко тушишь, и оно потом пахнет
дыму вишневому, очень круто. Идея праздника тоже родом из Ширяева. Правда, раньше проводился он в мае, когда зацветала ягода. Тогда он имел совсем скромный локальный масштаб. Несколько лет назад местные жители завели традицию собираться вместе за столом, угощать друг друга вишневыми пирогами, обмениваться рецептами и читать стихи о вишне. Год от года праздник начал обрастать друзьями и уже не вмещал всех желающих в уютном деревенском дворике. Так «Жигулевская вишня» стала фестивалем народных традиций. В программе появились выставки художников, ремесел, стали проводиться мастер-классы по изготовлению разных разностей вишневой тематики. Появились аниматоры, стали приезжать творческие коллективы. Перечислять можно долго, но главное, за что любят «Жигулевскую вишню», за особенную атмосферу. По традиции, каждый год на фестивале устраивают конкурс на самый ягодный костюм. Участники в течение нескольких месяцев продумывают наряды и стараются подключить фантазию, чтобы обойти конкурентов. У нас стрелка, наша вишенка. И стрелки идут в одном направлении, показывают на нашу вишенку. Вишенку зовут Ярослава, ей 1 год и 4 месяца. Мы первое место заняли, победители в этой номинации. Вишневая семейка. А здесь у нас происходит народное голосование. Народное голосование за самый понравившийся пирог. Надо всего лишь взять программку фестиваля, оторвать у этой программки уголок специальный, пройти к нам в зону пирогов и отдать свой голос самому понравившемуся пирогу. Встречают по одежке, а вот какой он на вкус самый интересный пирог, узнают только после народного голосования. В программе праздника анонсирована дегустация. Как только жюри скажет свое веское слово, туристы смогут попробовать угощение. Важное замечание – все это абсолютно бесплатно, так же, как и вход на сам праздник. Более 20 десертов с вишней представлены в категории «Любительский пирог». Везут их сюда из Ширяева, Жигулевска и Тольятти. И, как правило, даже сами хозяйки не успевают попробовать свои шедевры кулинарного искусства. В этом году вишни не очень много, поэтому мы искали, все-таки нашли у соседей вишню, делали вкусную начинку, ставили тесто. Ночь сторожили, да, сынок? Вот, ну постарались. Я специально для пирога вишню собирала. Сегодня с утра пекла, в 5 утра встала, замесила тесто, сделала начинку. Мой пирог называется «Вишневый год». Он олицетворяет весь круговорот нашего года, то есть это осень, лето, весна, вернее наоборот, зима, весна, лето и осень. Зимняя моя четвертинка с такой легкой клюквенной кислинкой, весенний вкус чистой вишни. А в летнюю четвертинку я добавила немного малинки, а осенью, как мы любим, какого-то тепла нам не хватает, поэтому здесь у меня еще есть яблочко с корицей. По традиции кульминации праздника будет дегустация огромного царя пирога. В этом году он длиной 10 метров 20 сантиметров, и все желающие смогут его попробовать. Дегустация должна состояться в полдень. У меня свободный час в запасе. К слову, я уже успела осмотреть всю фестивальную поляну, обойти выставки художников, попробовать бещевскую вишню и послушать народные коллективы. Самое время сделать перерыв на обед и попробовать на вкус пищу интеллектуальную. Ширяева удивляет не только вишневым пирогом. Здесь находится уникальный для России музей. В подземельях бывшей администрации карьеры управления живут летучие мыши. Правда, выражение это образное. Каждого посетителя музея предупреждают, настоящих живых летучих мышей здесь нет. Это не зоопарк. Экспозиция разместилась в корпусе дореволюционного завода промышленника Ванюшина. От большого старинного здания уже мало что осталось. Были разрушены крыши и полы. Но в 2013 году здесь началась реконструкция. Под сооружением нашли просторный подвал с каменными полукруглыми сводами, напоминающие искусственные штольни в окрестностях села. После прекращения горной добычи там стали зимовать летучие мыши.
музей развенчивает мифы о летучих мышах и позволяет людям понять, что эти животные очень важны. Наши летучие мыши, которые обитают на Самарской луке, не кровопийцы, они не являются вампирами и питаются только насекомыми. Сотрудники музея объясняют, главная цель – сохранить уникальную колонию млекопитающих и рассказать как можно более широкому кругу посетителей парка об образе жизни животных, не нанося им ущерба. Пока я гуляла по музею летучей мыши, началась дегустация вишневых десертов. Не поверите, но за несколько минут на столах не осталось ничего, кроме одного куска – царь пирога. Самое экстремальное развлечение на празднике вишневого пирога, естественно, прорваться за этим самым лакомством. Вы его отрывали? Да. Сколько вы преодолели? Скажите честно, людей. Нисколько, я первая была. Да. Занимали. Да. Куда вы теперь с этим пирогом? К маме. Грызли, отрывали, вырывали, забирали зубами, грызли. Вкусные пироги очень. Дома такие не сделаешь. Как вам удалось нарваться до пирога? С трудом, но вкуснотища неимоверная. Очень. Тем, кому кажется, что добыть вишневый пирог проще простого, уверю, это испытание для настоящих героев, которые не щадят оттоптанных ног, умеют активно пользоваться локтями и иногда даже применяют в мирных целях физическую силу. Какой же он на вкус, до сих пор не знаю, но наверняка должен быть очень сладким, как минимум со вкусом победы. Раз мне не досталось пирога и не удалось увидеть вживую летучих мышей, то пойду наслаждаться красотами природы. Село Ширяево находится в одном из живописных уголков Самарской Луки. Местные туристические маршруты запросто могут пройти даже те, кто далек от спорта и физических нагрузок. Идеальный вариант для закоренелых городских жителей, которые хотят вдохновиться природой, но при этом не особо жалуют экотуризм. Осмотреть местные достопримечательности можно часа за 4, если идти медленным шагом. Топ самых посещаемых мест открывается Ширяевские штольни. Для туристов разрешено посещение только той небольшой части штолен, которые идут в глубину всего лишь на 500-700 метров. А основные штольни, они закрыты для посещения туристов, они закрыты решетками, они находятся там, ну, чуть подальше отсюда. Вот. И там как раз вот находится основная колония летучих мышей. Штольни неглубокие, заблудиться в них не получится, зато здесь приятно находиться в 30-градусную жару. Можно отдохнуть от дневного зноя и набраться сил. Главное не переборщить, а то и простудиться можно. Температура внутри около 5 градусов Цельсия. Все-таки я нахожусь внутри горы. Разработка штоля началась в Ширяево еще до революции. Основной целью была добыча известняка, который поначалу пережигали на известку, а потом использовали в химической промышленности. Сейчас новые штольни уже не пробивают, а пилят гору открытым способом. Так у туристов появилась возможность путешествовать по просторным каменным залам и коридорам. Мы, с своей стороны, понимаем, что этот объект является историческим, да? Но, с другой стороны, мы разрешаем посмотреть его и туристам, и он стал наиболее в последнее время стал популярен для туристов вот, как объект туристический. Вот. Очень много сюда приезжает людей, но, по крайней мере, по полгода ежегодно посещает более 100 тысяч человек. На Поповой горе находится смотровая площадка, и это вторая локация, которая входит в топ местных достопримечательностей. Название гора получила за то, что владел ей до революции местный поп. Сейчас сюда не зарастает народная тропа. Руководство нацпарка бережно следит за объектом и старается облагородить место. Вместо крутого подъема по щебенке уже появилась цивилизованная дорожка. Теперь сюда можно будет добраться людям с ограниченными возможностями здоровья. Из арт-объектов здесь находится памятник горнодобытчикам и лавочка
состоящий из двух скрещивающихся лодок. Отсылка к лихому Степану Разину. Если вы устали от палящего солнца, можно спрятаться в тени, закрыть глаза и полной грудью вдохнуть волжский воздух. Почему у нас одно из названий Ширяева называлось? Почему? Потому что здесь ширяли молодцы. То есть, грубо говоря, грабили молодцы, нападали молодцы. То есть, ее со Ширяева связано. Это как раз одна из версий, почему получилось название села Ширяева. Понятно, что есть еще другое название, это там, допустим, что Ширяева, это там, где это Ширяева-Буерак, то есть широкая долина. Но вот нам больше нравится такая ситуация. Вот. И мы планируем, что на этой горе будет еще один арт-объект, который будет посвящен непосредственно вольнице Степана Разина. Будет Степан Разин со своей ватагой. С горы Поповой открывается очень красивый вид. Это Жигулевские ворота. Самое узкое место на территории всей Средней Волги. Говорят, что река пробила себе здесь путь до Каспия. Между Жигулевскими горами и Сокольями. Хочу отметить, что на протяжении нескольких лет село Ширяево является рекреационным объектом, поэтому посещение его достопримечательностей платное, сумма умеренная. Пройтись по самому селу не будет стоить ни копейки, но пренебрегать покупкой путевок, если решите отправиться на лоно природы, не стоит, потому что на любой точке маршрута вам может повстречаться лесник, который проверит пропуск. В селе Ширяево три музея, и все они находятся в одном месте и образуют единый историко-музейный комплекс. В него входят дом купца Вдовина, дом-музей Ильи Репина и дом-музей Александра Абрамова-Ширяевца. Осмотр экспозиции начинается с дома-музея Ильи Репина. Вот эта изба ранее принадлежала Ивану и Малане Алексеевым. В 1870 году сюда приезжал Репин со своими друзьями Васильевым, Макаровым, братом Василием. Здесь он делал наброски к своей знаменитой картине «Бурлаки на Волге». Сделал наброски, уехал больше, он сюда не возвращался. Спустя 100 лет учительница нашего села, португальская, отыскала эту усадьбу, которая впоследствии стала домом-музеем Репина. Еще в Петербурге, когда Репин был студентом, его поразили бурлаки, тянущие баржу. Где, как ни на Волге, в отчине бурлаков можно было раскрыть эту тему. За лето художники написали много картин и эскизов. Их копии развешаны во всех комнатах дома-музея. В Ширяево были подготовлены эскизы к знаменитой картине «Бурлаки на Волге». Каждое утро с альбомом и этюдником Репин шел на Волгу и ждал там бурлаков. Именно там он и познакомился со своим Каниным, одним из главных героев картины. Позже художник скажет о том, что увидел на его лице особую незлобливость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды, и нашел в нем сходство с античным философом. Но оригинала картины «Бурлаки на Волге» в этом музее никогда не было. Приходить сюда стоит для того, чтобы проникнуться атмосферой того времени. Ведь в деревянном доме доподлинно восстановлен интерьер. Здесь даже предметы стоят на своих местах, как во времена Ильи Репина, и, возможно, ими пользовался великий русский художник. Из музея выходим на большую придомовую территорию, которая объединяет три дома. Один из музеев посвящен купеческому быту, а в доме поэта-самородка Александра Ширяевца можно проникнуться крестьянским бытом 19 века. Здесь он родился и провел свое детство, причем все экспонаты дома родные. Бродить по комплексу можно часами, рассматривая детали, погружаясь в прошлое. Но на этом наше знакомство с Ширяево и его достопримечательностями не заканчивается. В выходные дни в Ширяево очень много туристов. Праздники, такие как Жигулевская вишня, тем более. Скажу честно, что уединиться и насладиться природой в такой обстановке немного сложно. Напоминает масштабное городское гуляние. Народа точно не меньше. Куда бы я ни сверну, везде встречаются путешественники. Потому решаю просто прогуляться по деревенским улочкам и отдохнуть почти от городского шума. Позади меня Монастырская гора. И среди местных жителей бытует мнение, что раньше здесь у подножья был храм. И потом он ушел в гору. Поэтому иногда на вечерней или утренней заре можно услышать звон монастырского колокола. На самом деле все это легенда, потому что все эти земли раньше принадлежали зажиточному московскому монастырю.
Самарская Лука – место, которое овеяно мифами и легендами. Она входит в число 12 наиболее аномальных зон России. Здесь якобы открываются временные порталы, люди исцеляются от неизлечимых болезней, а из земли вырастают целые города. В небе постоянно видят огненные шары. Таких историй каждый житель села точно расскажет с десяток. У каждого природного памятника здесь своя романтичная или мифическая история. Солнце уже садится, а я хочу успеть добраться до одной из самых высоких точек Жигулей – горы Стрельная. Для того, чтобы туристам добраться до горы Стрельная, надо ориентироваться на село Зольное. Около автобусной остановки будет поворот с указателем. Хочу обратить ваше внимание, что пешие группы сюда не пускают. Единственный вариант добраться сюда – это на собственном автомобиле или с экскурсионной группой. Лес по обе стороны дороги то встает высокой стеной, то открывает небольшие поляны. Еще крутой поворот в зеленом тоннеле, и меня захлестывает волна света и воздуха. Добраться до вершины горы Стрельная можно пешком минут за 20. Да и, собственно, торопиться здесь никуда не хочется. Маршрут абсолютно не экстремальный. Здесь, наоборот, создано все для комфорта и удобства туристов, чего только стоит этот мостик. Я еще не дошла до вершины, но уже отсюда вид открывается. Потрясающий. Вершина горы Стрельная – одна из самых высоких точек Жигулей и всей русской равнины. Она поднимается над уровнем моря на 371 метр. В лихие времена Жигулевской вольницы Самарская Лука оказалась удобным местом для разбойничьих засад. На резком повороте у Молодецкого кургана суда часто выносило течением на берег, где они становились добычей грабителей. Но даже если купеческая ладья шла правильным курсом и вовремя поворачивала, разбойники все равно поджидали ее в устье небольшой речки Усы. А если к торговому кораблю и в этот раз удавалось благополучно уйти от бандитов, то все равно уникальные географические условия Самарской Луки давали Жигулевской вольнице возможность напасть на купцов еще раз. По оценкам историков, разбойничий промысел существовал на Самарской Луке чуть ли не до начала 19 века. На маршруте нам встречается еще одна достопримечательность – это чертов мост. Скалистый выступающий гребень. Во времена Волжской вольницы разбойники на нем демонстрировали свою удаль. Природа здесь удивительная. Сосновый бор сочетается с каменистыми степями. Причем в Жигулях сосны необычные, ветви у них растут преимущественно с одной стороны. Этот феномен объясняется воздействием ветров. Два шага, и вот уже степь. Венчает гору Шихан – скальный известняковый выступ. С него открывается потрясающий вид. Просторы и высота кружат голову и дают понять – до самого горизонта нет вершины выше, чем та, что под ногами. Самарская Лука – это особый мир, который каждый раз хочется открывать для себя снова и снова. Здесь очень много интересных маршрутов, и не все их можно успеть посмотреть в один день. Возможно, это и к лучшему, ведь есть повод вернуться сюда вновь.